какая красота. Ну, еще один заплыв. Эй, Нейт, смотри, похоже, там выход. И правда. Течение сильное. Ищем другой путь на ту сторону. Высоко не подсадишь. Погоди, я сейчас опущу пониже. Ага, спасибо. Хорошо. Обращайся. Спасибо. Из тебя отличная гиря. Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент. Глотался воды. Я наверху, ищу путь для тебя. Может так? Поберегись! Вот. Отлично! Уберем это с дороги. Ага. Смотри, знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение.
Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Тома Стью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровище. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Вот. Для потомков.
Эй, давай сюда. Потихоньку. Я иду. Осторожнее. Все нормально. Справлюсь. Встретимся наверху. Эй. Привет. Нейт, грузовик наемников еще здесь. Вижу. Смотри в оба, хорошо? И теперь мы в доме Генри Эвери. Еще пушки, как в поместье Тью. Похоже, яд оказался сильнее пушек. Что? Ну, он же, в конце концов, отравил всех. Ну да, не смешная шутка. Да, точно. Слово дня показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Ты про своего продюсера? Нет, менеджера в Мачо Начос. Ты работала в Мачо Начос? Это было еще в школе. Что, и шляпу носила? Мой начальник как раз был психопатом с паранойей. Что взять с менеджера в Мачо Начос? Эй, полегче. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли?
Ну, и где все наемники? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Елена, смотри. Следы ведут в эту дверь. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. О, черт! Yeah.
Господи, цела? Да. Они устроили нам засаду. Да. Давай откроем дверь. Посмотрим, что они скрывают. Ну, поехали. Готово? О, здрасте. Что это? Какое-то письмо. Подпись Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Раем. Но мы должны сохранить его богатство. Предатель Тью знает все наши секреты. Время действовать. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да, в общем, нет. Держи. Спасибо. Давай искать ход. Все, тут следы обрываются. Ну и куда они пошли? Пираты-призраки. Осмотримся. Зажигалка Сэма. Что, обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? А может, это рычаг? Нет. Нейт. Да. Есть там что? Вроде да. Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделала? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... ножом. Неплохо.
письме сказано, что Эвери переместил сокровища на корабль. Ага. Думаешь, сокровища еще на острове? Я думаю... Думаю, это уже не важно. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. Смотрится ненадежно. Да. Завал. Смотри, свежие следы. Они здесь были. И следов очень много. Не будем спешить. Это что такое? Наверняка Людин один. И хлебом не корми, дай что-нибудь взорвать. Но взрывать здесь просто тупо. Ну да, они тупые. О-оу. Еще батарейки есть? Да, да. Только они на дне океана. Знать не хочу. Не собирался. Вот так. Сэм и остальные как-то перебрались. Пойдем по их следам. А. Ничего. Но что же они так скрипят-то? Только не ходи туда, где нет следов. Чего? Просто не хочу, знаешь ли, взлететь на воздух. Все. Можно расслабиться.
Елена, смотри, тут след обрывается. Они туда вошли, и потом случился обвал. Эй, нам надо тут расчистить проход. Да. Ну вот. Поищем другой путь. Еще немножко. Черт. Давай. Черт. Эй, зажигалка Сэма все еще у тебя? Да, отличная мысль. Давай. Давай, давай, давай. Ну, конечно, она пустая. Пока плыли сюда, он же дымил, как паровоз. Расслабься, у меня спички есть. Правда? Конечно. Вот так. Прости. Секунду. Привет. Иди сюда. Это моя голова. Сюда. Хорошо, что ты подготовилась. Ну, кто-то должен был. Ладно, пойдем дальше. Романтическая атмосфера. Странные представления о романтике. Есть такое. Многообещающе. Подсадить? Да. Давай. Поехали. Так, залезай. Спасибо. Осторожно. Да. Здесь не пройти. Осторожно. Ничего себе. Что это такое? Жуть. Какая? Руки, что крали у меня. Да он уже даже не прикидывается вменяемым. Мне здесь не нравится. Мне тоже. Пойдем отсюда. Смотри-ка, тут висельные клетки. Это клетки. Чего? А это вот клетки. Да ладно. Да. Слушай, никто не любит всезнаек. Клетки?
Стоп, это что, мумия? Ты как? Живая вроде. А что это? Ловушка. Эвери не хотел пускать сюда посторонних. Смотри под ноги. Я? Это ты на нее наступил. Ну? И под мои тоже? Что там так бабахнуло? Неудивительно, что тут столько завалов. Эй, Нейт, я нашла короткий путь. Думаешь, короткий? Ну, я же оптимистка. Ясно. Осторожно, тут скользко. Господи. Тут Эвери тоже все украсил. Еще одна экспозиция. Черт. Опять взрывающиеся мумии. Все нормально? Да, но теперь там не пройти.